В образовательно-досуговом комплексе «Кайнар» прошла стратегическая сессия «Дополнительное образование в современных условиях». Выявить проблемы и найти пути их решения собрались депутаты городского маслихата, педагоги школ города, сотрудники ювенальной полиции и отдела образования. Все мы знаем, уважаемые коллеги, что именно система дополнительного образования создает условия для выбора профессии, так как ребенок, он пробует себя в разных действиях, в разной деятельности. Впервые в этом году в инструктивно-методическом письме Министерства образования и науки дополнительное образование выделено как раздельный, отдельный раздел, который нацеливает нас на еще большую интеграцию общего среднего образования и дополнительного образования. И на сегодняшний день охват детей в организациях дополнительного образования в нашем регионе составляет 37%. И наша задача увеличить охват детей дополнительным образованием, обеспечивая занятость каждого ребенка. И по итогам сегодняшней нашей встречи мы должны разработать модель развития системы дополнительного образования нашего Кивастутского региона, направленная на увеличение охвата детей дополнительным образованием во внеурочное время и расширить межведомственное взаимодействие общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования через организацию новых современных форм. Зачастую преступления и правонарушения несовершеннолетними совершаются в большей части от того, что несовершеннолетний ребенок не занят. То есть есть масса каких-либо противоречий, когда ребенок идет на то или иное правонарушение или преступление. Каждый человек может совершить правонарушение или преступление, но вопрос состоит в том, что не каждый это делает. То есть если несовершеннолетний ребенок будет охвачен досугом во внеурочное время, соответственно, у него не возникнет той или иной мысли пойти и совершить что-то противоправное. Поэтому я считаю, что в первую очередь досуг несовершеннолетних является главной задачей в профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. С 1 по 9 ноября в рамках стратегической сессии организаторами проводился опрос школьников и их родителей. По результатам была дана оценка востребованности кружков и эффективности их работы. В анкетировании приняло участие 3698 человек, из них 1830 детей школ города. Самое активное участие приняли дети и родители детей в возрасте от 11 до 14 лет. Это 2435 человек. По половой принадлежности основную массу респондентов составили девочки и мамы девочек. 2130 человек. Из запрошенных респондентов 71% посещает какие-либо кружки и секции, включая спортивные, предметные, развивающие, интеллектуальные, онлайн обучение и многое другое. То есть любые дополнительные сведения, кроме школьного обучения. В Кивастузе помимо образовательно-досугового комплекса «Кайнар» действуют еще два объекта дополнительного образования – детская художественная школа и музыкальная школа имени Естая. Общий охват составляет 6 тысяч детей. Участники данной сессии объединились у нас в творческие группы, которые вносили свои интересные идеи и предложения по развитию дополнительного образования. По итогам проведения сессии было принято решение расширить сеть дополнительного образования через реализацию проектов таких, как «Алтын Мура», Центр инновационных технологий, интеллектуальное волонтерство, Центр для профессиональной подготовки «Я выбираю», семейный досуг «Баслах Мектеп» и школа как центр дополнительного образования.